Привет, народ! Речь у нас сегодня пойдет о пылесосе Dyson. В моем случае это Dyson V7 версии Cord Free. То есть, друзья, ну вот такой вот пылесосик, чтобы вы представляли. Аккумуляторный. И у нас с годами, видите, какая уже грязная щетка, износился вот этот вот, ребята, ролик. То есть, видите, нету уже этих вот ворсинок. Очень долго я искал на AliExpress этот ролик. Сразу хочу вас предупредить, что смотрите очень внимательно, так как оказалось, для данных пылесосов, для некоторых версий идет 5 сантиметров диаметр, для некоторых 4,5, как в моем случае. Так, давайте снимем мы эту щеточку. Вот таким макаром. Пылесос нам как бы и не нужен. Поставлю его на стол пока. Вот так. И будем смотреть, что нам приехало. Очень долго шла посылка. Почти весь срок, 90 дней. Вот. И очень я надеюсь, показываю с распаковкой, так как хочу, чтобы вы сами посмотрели, что мне пришло. И мне уже пришло сразу V6, что немножко меня не радует. Писал китайцу, слал фотографии, и походу он все-таки прислал мне не то. Хотя по виду то. Ну давайте смотреть. По виду, друзья, все то. Все по виду то. Хорошо. Итак, запоминаем. Непонятно почему. Хотя я сам, друзья, не помню. Я заказывал не то для V7, не то для V6 у него там было указано. Ну то есть все как в оригинале. Так, давайте теперь снимать наш ролик. Берем монетку и вот сюда вот, хлоп, сыплется много грязи, ничего не взял постелить, ну да ладно, потом пропылесосим. Значит, смотрим, что у нас тут да как. У нас, смотрите, вот такая штука, здесь же у нас вместе с подшипником. То есть в моем случае придется мне вынять вот эту вот втулочку с подшипником. И такое чувство, что у меня просто здесь она обломалась, видите, потому как должно все доставаться с осью вместе, вот как в этом случае. Поэтому вынимаем нашу щетку. Кому интересно, покажу, вот двигатель так выглядит, тоже все там в пыли, заодно потом почищу, но сразу вам покажу, как оно все подойдет. Да, мусора, конечно, здесь немерено, друзья. Вот, значит, смотрите, будем смотреть вместе. Все, диаметры у нас прикладываем идеально. То есть брал я 4,5 сантиметра. Все идеально, но вот здесь у нас есть маленькая проблема. То есть не проблема не здесь, проблема здесь вынять данный подшипник. Ну, я думаю, проблемы не составит. Значит, сейчас я за кадром, наверное, достану подшипничек. Все дело это мы с вами вместе соединим обратно и посмотрим, как же у нас все это дело работает. Так, ну конечно, там вам, наверное, не увидеть, как все выглядит. Будете верить мне на слово. Выглядит там все, друзья, практически, по крайней мере, насколько мне видно, на 100% все одинаково. Так, ладно, пойду за кадр, достану вот этот подшипник. Так, ребята, как вы можете видеть, подшипник я вынял. Вынял довольно просто. Вот, да, он у меня реально он отвалился. То есть вот эта вот ось вала, где должен стоять подшипник у нас, должно быть все как бы однородное. Вот. То есть как в этом случае. И ничего не должно отваливаться. В моем же случае, видите, у меня этот вал как-то обрезало. Обрезало почему, я так подразумеваю, что где-то в щетку что-то попало. Заклинило, отвернуло нафиг, но она продолжала меня работать. И проработала, видите, нет ворса практически вообще. Красный полностью есть, а вот черный проблемный. Весь высыпался. Так,
Ну что ж, давайте теперь, да, расскажу, друзья, как я все это достал. Очень все просто. Взял рукоятку от болгарки, то есть поставил вот так вот. В вашем случае любую там шайбу можно найти, втулку. Поставил и просто там какой-нибудь деревяшку или железяку просто постучал. И все, у меня сам подшипник вывалился вовнутрь. Кстати, подшипник работает идеально, бесшумно. Это старый подшипник. Все, давайте заправлять нашу щеточку новой вот этой штуковиной. Видите, влазит очень плотно этот весь ворс. Просто шикарно. Оп. Все тут у нас вошло. И остается нам установить на место и опять при помощи монеты докрутить. Все, ребята. Просто идеально. Огромный респект продавцу. Пришло ровно то, что заказал. Пришло, правда, долго. Еще мне останется купить, наверное, сюда вот эту вот бахрому такую, потому что уже начинает, вижу, скользить по пластику. Ну, пылесос уже, не знаю, около 5 лет, наверное. Поэтому такой вот потрепанный вид. Значит, друзья, ссылочку обязательно на этот ролик оставлю, на этого продавца. Это, наверное, один продавец во всем AliExpress, у которого есть такие вещи. Причем недорогие. В остальных там сумасшедшие деньги. Но я постараюсь ссылку дать на этого продавца и постараюсь еще там пару ссылок на такие вот щетки подороже, на эти ролики. Вот, дать. Ну, нам осталось только что включить наш пылесос, да, проверить. Итак. Врубаем. Так, давайте мы, знаете что, ребята, мы трубу, наверное, выбросим, и нам будет проще. И сделаем пылесос покороче. И смотрим. Все шикарно, все работает, все в нолях, ну то есть просто как оригинал. Очень всем рекомендую. Я очень, друзья, доволен. Ой. Все, на этом будем прощаться. Надеюсь, все показал и рассказал. Всем пока. До новых встреч, до новых видео. И обязательно, кому нужно, покупайте данный ролик. Это конец. Это все.